замена карты памяти. Продолжаем движение в сторону Кемерово. Это, по-моему, 6-я серия. Точно не помню. Маршрут Иркутск-Москва. Расстояние что-то около 5000 километров. До Кемерово 302. Автомобиль Шкода Фабия. Базовая комплектация с механической коробкой. Приступенчатой. Трасса затрудняюсь сказать какая, потому что, говорят, произошли изменения. Сейчас новое название R355A6, ну а старое название M53. Чему верить? Имейте в виду, говорят, что написано так, ну на навигаторе написано, что R255N6 на дорогах встречаются таблички, на которых что-то указано, что E53. Не путайтесь, просто примите к сведению. День близится к закату, солнце в лицо, видимость не очень комфортная. Приходится щуриться. Недавно проехали Ачинск. В предыдущей серии я высказался. По этому городу, по атмосфере, по воздуху, если интересно, можете посмотреть. Дорожное полотно удовлетворительное, температура по всей вероятности плюсовая на улице, уже снег начинает подтаивать. Хотя вчера стартовал в Иркутске, температура была минус 19. Ну, здесь отдел чувство положительной температуры. Солнечная сторона, снег серый, обочина сырая. Движение средней интенсивности. Будем двигаться, пока солнце не скроется за горизонтом.
и где наступят сумерки. Ну а далее буду искать место для привала. Эта ночь прошла хорошо. Можете посмотреть это место на видео. Довольно-таки большая стоянка, хорошее кафе, хорошей кухни, гостиница рядом с АЗС. Автомагазин дороговатый, по правде говоря. Если стоянка бесплатная для маленьких автомобилей, большие не знаю, но большие по всей вероятности платные. Туалет бесплатный. Работает круглые сутки. Баня, прачечная. Скажем так, здесь набор услуг необходимый для тех, кто отправляется в дальнюю поездку и кого ночь застала в дороге. Могу еще что посоветовать, порекомендовать? Купите на всякий случай беруши. Беруши такие, затычки в уши вставлять. Они сейчас силиконовые, мягкие, совершенно не ощущаются. Вот. И практически ничего не слышно, что происходит на улице. Автомобили подъезжают. Могут разбудить, а так или в гостинице ночевать, если в автомобиле, то беруши они стоят копейки, но здорово помогают. Не успел стартовать, только стартанул сегодня, через час, наверное. На трассе заснял последствия ДТП. Легковушка правым бортом, правой стороной врезалась в отбойник. На видео это... На видео этот момент будет. Я не буду его ускорять. Все видео будет ускорено в 3 раза. На вот участок, там, где произошло это несчастье, я оставлю в реальной скорости. Эфир 15 канал, где общаются дальнобойщики. Открыт. Возможно, ненормативная лексика. Включите или убавьте звук. Общение водителей своеобразное. Возможности я буду редактировать, но сами понимаете, весь текст можно сделать очень сложно.
Движение спокойное, Идете в Боготоле на посту Машенко. Водитель предупредил, что в Боготоле на посту машинка работает. Ну, стоит инспектор ДПС. Может, с радаром замеряет превышение скорости. Может, фиксирует отгон, если он там запрещен. До Боготола сколько сейчас посмотрим, осталось километров. 10-15. Поехали бы готовы уже. Что-то я расслабился. Не обратил внимания. По-моему, еще до Боготова не доехали. Да, вот Боготол проезжаем в данный момент. Поворот был на Боготол. Ну где же машинка твоя? Получилась сложная тревога. Вот начинается межзапакостная ситуация на дороге. Предыдущий автомобиль отбрасывает грязную пыль, которая оседает на лобовом стекле. Никого не успеваешь мыть. Будем держать дистанцию тогда. Надеюсь, сегодня проедем в Мариинск. Минска 137 километров. Доехать до Кемерово пытаться не буду. Можно доехать, но уже будет темно и проблемная дорога, это колесо, тем более на правое заднее на автомобиле проблемная. Вроде бы спускает, крыша на колесе. Для этого полететь в ямку, проблема будет серьезная.
We'll be right back.
новенькая. Чуть больше месяца, как открылись. Так, тут где-то кафе «Берлога», по-моему, называется. По входу с левой стороны. Я тут останавливался на ночевку. Купил. А за машины продавали. Подавали водку, 5-литровая канистра, 350 рублей. Это было дешевле, чем в магазине, по-моему, раз. Нормальная была.
В основном одноэтажные домики на окраине. Многие отделаны слайдингом. Многие просто деревянные, без бревен. Законопаченные, свежие, ими, видать, люди готовились. Скоро проезжал со светом, где-то понравилось. Хороший городишко, уютненький такой, по крайней мере. Окна машины. Красивое название.
платная стоянка. Добро пожаловать. Конечно, Мариинский фонтан, но это объездная дорога, все равно сравнить.